Еще одна весенняя тема – посевная. Своевременно доводить средства до сельхозпроизводителей – одна из важнейших задач для успешного проведения весенних полевых работ, отметил министр сельского хозяйства Чувашии. Но даже выделенные средства не всегда приносят результат. В чем причина? Разбиралась Ольга Алексеева. Для того, чтобы оперативно и организованно провести полевые работы, нужны деньги и контроль, считают в Минсельхозе Чувашии. Что касается средств, то на 1 апреля объем государственной поддержки агропромышленного комплекса республики составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Что касается контроля, то создан штаб по проведению полевых работ. Представители министерства, предприятий и организаций будут регулярно выезжать в районы и решать возникшие проблемы. В 2014 году посевная площадь должна составить 570 тысяч гектаров. Важно, по словам министра, и получить эффект от кредитных средств, которые получают хозяйство. Тот объем кредитов, который личный подсобный хозяйство получает, конечно, мы ждем, чтобы приносил определенный результат. А результат – это увеличение объемов производства хозяйственной продукции, увеличение поголовья сельхозживотных. Ну, к сожалению, динамика у нас в этом отношении у хозяйств населения наоборот, отрицательное. А пока идет подготовка к весенним работам. В аграрном секторе отмечают, что посев озимых зерновых культур оценили как удовлетворительный. Ольга Алексеева, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика.